Хутор, парк, кафе, отель. Сколько нам осталось? 440 километров. Класс, М4 Дон, платная дорога. Летит. Впереди камера на 70. 130 километров. На 70. Ну, если будет на 70, проще. А пока 130, иди на тормоз нажмешься. Мы на подъезде еще к одному пункту оплаты. Сколько у нас оплата там? 140 или 160? 140 будни, воскресенье 160. Мы приобрели вот этот транспондер. Сейчас посмотрим, как он сработает. Сейчас смотри. Можно в любую дырку, но лучше, конечно, где зеленая. Ну, увидишь сейчас любую свободную и через нее прям езжай. Где нет автомобилей, например. Скорость большую не держи, просто подъехал, у тебя ворота открылись, и ты сразу прямо поехал. Он пикнет. Выбирай место, где посвободней. Так, давай вот так сделаем. Вот машина сейчас, вот по этой полосе идем, она зависла. Она зависла. Она зависла. Давай сюда. Стоп, притормаживай. Этот оплачивает. Сейчас сдачу берет. Сейчас он сдачу берет. И у него открывается. Все. Теперь мы едем. Теперь мы потихонечку. У него закроется сейчас. Поехали, поехали. Не гони. Все, у нас открывается. Пикнуло. Сейчас еще раз пикнет. Останавливайся. Что у нас? Еще один участок, уже 200 рублей. 230 это суббота-воскресенье, а это 200. То есть получается, первый участок был 70, второй 160 и этот 200, да? Охереть не стать. Ладно. Заехали в очередной раз на заправку. Машина вон там стоит. Солнышко пекет не по-детски. До Краснодара осталось 111 километров. Ну и до Югов там еще 200, до самого Лазаревского. Жара обалденная. Кукуруза уже почти поспела. Цветочки здесь вот на заправке вот такие. Чего ты не убавляешься? Ну и ваш покорный слуга. Все хорошо. Что-то жрать захотелось. Усть-Лабинск. Кафе, мафе. И мы увидели столовую. Сейчас мы в столовку зайдем, посмотрим цены. Разрешат снимать, поснимаю. Столовая с 9 до 17. Без выходных. Остановились покушать в столовой. Прекрасная столовая. Приятного нам аппетита. Короче, ребята, кто едет на юг, Усть-Лабинск. Вот такая вот столовая. Ребята, просто как по-домашнему. И цена вообще просто обалденно. По-домашнему все вкусно, никаких добавок, никакой фигни. Вот, столовая, умывальничек, все работает, все хорошо, просто классно. Спасибо им большое. А, блин, не успел. А вот Жубка, поворот над Жубку. Эй, камера, что? Эй, куда, блин, объектив стырился? Едем, 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 едем. Далекие края. 230 километров осталось, да? Нормально. После еды жизнь налаживается. Прекрасно. Яйцы. Палочки, полосатые палочки. Продаем полосатые палочки. Жум. Да, Игорь, скоростной режим убавляй, сразу говорю. Потому что здесь все пошло уже. Скоростной режим другой. Ну, там
красотки. Потому что сейчас начнут эти. Ну что, ребята, веселое место. Объездная Краснодара. Там Краснодар, а мы на объездной. Чалимся 20, 30, 40. Чуть-чуть прибавим, а то и ползком ползем. Да, тяжеловато. Еще сколько показывается. Восточный объезд. Навигатор показывает еще далеко желтую линию. Хотя нет, ничего не. Ладно, катимся. Все в порядке. Ну что, ребята, поздравьте нас. Мы в Краснодаре. Поехали в Макдональдс. Не потому, что мы хотим этих гамбургеров, а потому, что остановиться негде было. Маленечко. Что, машину открыть? А? На. А, ну там в этом бардачке. Без масок не пускают. Люди в очереди стоят. У них тут жестоко. Ну ничего страшного. Прорвемся. Поток машин парит. Говорим, что туда, что обратно. Пошли, пройдемся по территории. Проезжая мимо Краснодарского аэропорта, самолет заходит на посадку. Лепота. 200 километров. Да, еще 200 километров ехать. Вот такой вот аэропорт. Правда, со стороны дороги плохо видать. Въезжаем в Республику Адыгея. Краснодар заканчивается. Республика Адыгея. Ура! Скоро море! У нас горы появляются. Тоже красиво. Блин, как меня замучили сгонять с дороги уже. Ну правильно. Land Rover. Щунк и пролетел. Сейчас дальше посмотрим. Смотрите, замок какой стоит. Да, смотрите. Они спят. Даже дождь. Они все спят. Да. Ресторан, старый замок. Лепота. Виды города, дорога открывается. Город впереди. Могут быть только горы.